В Тюмени стартовал фестиваль «Астрогарден». В этом году он собрал 19 дизайнеров. В течение 5 дней они будут создавать авторские сады. Гостей ждет насыщенная программа, лекции, мастер-классы и практические занятия, рассказывает Юлия Никифорова. Над созданием этого сада архитекторы и его команда трудились несколько дней. Получилась река времени. Совершенно привычные растения предстают в нестандартном сочетании. Папоротники, злаки, малини, ивы. Вот оно создает такое ощущение и водной среды, и колыхание воды, и цветовое решение достаточно или в цветах, или в листве дает такой голубой оттенок. 5 дней организаторы и ландшафтные дизайнеры будут делиться знаниями и опытом, показывать на реализованных садах, как изменить облик нашего города, какие приемы и растения можно и нужно использовать. В программе фестиваля профессиональные, образовательные и культурные мероприятия. Мы не выбираем лучший сад, здесь нет как вот таких, но мы показываем возможности работы с растениями, то есть уникальная возможность, когда питомник Ахмечит предоставляет свои прекрасные растения дизайнерам. Я скажу, что это вообще огромное счастье для дизайнера, когда есть огромный выбор, бери, как говорится, и с чем ты можешь работать, с чем ты можешь творить. Ландшафтное сообщество Тюмени дарит яркий, незабываемый праздник жителям и гостям города, показывая свое ландшафтное искусство, демонстрируя самые современные методы и подходы в городском и частном озеленении. Таких красочных у нас в Тюмени мало бывает, особенно на природе. Здесь красиво, свежо, природа, и в общем для всех, и для взрослых, и для маленьких. Задача фестиваля садов – показать современные решения, которые можно использовать каждому на своем участке. Гости фестиваля увидят сады, которые содержат идею, смысл, имеют образ. Юлия Никифорова, Леонид Елизаревич, «Тюменское время».